Эта чудесная история произошла с сотрудником центра реабилитации крупных копытных животных Hillside Animal Sanctuary. Данная организация заботится о правах животных и специализируется на оказании помощи лошадям и коровам, которые пострадали от неправильного ухода на фермах. На прошлой неделе волонтер этого центра ехал в автомобиле по загородной трассе близ английского города Норвич. Внезапно он заметил лежащего на обочине оленя. Выйдя из машины, он поспешил на помощь животному, но оказалось, что олень уже мертв. По всей видимости, его совсем недавно сбила машина, а смерть была мгновенной. При более внимательном осмотре оказалось, что это самка оленя, и она на последней стадии беременности. Более того, олененок в утробе матери был еще жив. По счастью, в машине находились хирургические инструменты, а сам волонтер был обучен азам ветеринарии. Он извлек крохотного олененка и как можно быстрее отвез его в Хилсит Энимал Санкчуэри. Олененок был совсем крошечным, поэтому работники реабилитационного центра всерьез опасались за его жизнь. Однако, малыш оказался настоящим бойцом. У него отличный аппетит, он очень бойкий и уже пытается встать на ножки. Олененок абсолютно здоров и радует собой всех сотрудников центра. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!